Мы бы, конечно, могли выбрать одну фирму, которые, кстати, к нам обращались. Типа, мы такие крутые. Возьмем генеральное спонсорство, точнее, не генеральное спонсорство, а генеральное информационное обеспечение. Но вот не случилось такое. А мы не сильно расстроились, кстати. Почему? Потому что в городе есть фирмы, которые занимаются реализацией замечательных автомобилей, которые приезжают к нам, ну, разумеется, из Японии. Кто занимается и американцами, но таких нету, и с американцами своеобразные проблемы, потому что объем большой. Но когда вы везете автомобиль из Японии и покупаете автомобиль из Японии, вы должны знать, что вам гарантирован тот автомобиль, который, ну, безупречно качественен и, соответственно, надежен. И это невзирая на то, что, может быть, это малолитражка или вот такой автомобиль, на котором мы едем. Автомобиль, на котором мы едем. Автомобиль из космоса. Toyota Wheel VS. Мы уже катались на таком автомобиле, но проедемся еще раз на второй. И для себя откроем новое. Новое от Japan Car. Так вот, сегодня Japan Car отличается совершенно оригинальным подходом. Пока еще никто этим не занимается. А вот Japan Car решила. То есть он привозит автомобили, подбирает те автомобили, которые будут ремонтопригодные, которые будут надежные. С небольшим пробегом, вот этот автомобиль, кстати, с пробегом 75 тысяч километров. Для 2001 года, я скажу вам, это не пробег. И этот автомобиль вы можете приобрести свободно и легко за 390 тысяч рублей. Хватит ездить на автомобилях одинаковых. В Японии в огромном количестве машины, ну, специфические. И те, которые не часто встречаются на дорогах города Магнитогорск. Кто-то может мне резонно заметить, а вот если я покупаю оригинальную машину, наверняка какие-то проблемы будут. Оригинальные запчасти, там еще чего-то, а вот и нет. А здесь под капотом стоит 1.8. Такой распространенный, помните, мы катались тоже на 1.8 на Toyota MRS. Двигатель распространенный, надежный, 150 лошадиных сил. Ну, теперь давайте немножко о самом автомобиле. Что Toyota Wheel VS, что Toyota Wheel V, это концепт-кары, которые очень понравились людям на выставке, и, соответственно, Toyota решила их производить. И, соответственно, раз это концепт-кары, вы от концепт-кары получаете все удовольствия. То есть такого автомобиля нет в городе. Оригинальное, абсолютно не похожее ни на что внешность. Ну, плюс для японцев это, разумеется, посмотрите, панель приборов. Красный, стильный, спортивный. Для кого автомобиль? Для того, кто любит быстро ездить. Вот, пожалуйста, и все, и полетели. Климат-контроль, это по умолчанию. Две подушки безопасности. Максимум комфорта, ну и, соответственно, оригинальность. Именно за такими автомобилями обращайтесь в Japan Car.